Спасти стадион «Буревестник». С такой инициативой обратились в городскую мэрию ивановские ветераны спорта. Не так давно появилась информация о том, что спортивный объект выкупил некий застройщик и планирует возведение здесь очередного торгового центра. На самом деле, согласно кадастровому плану, ничего кроме спортивного объекта здесь строить нельзя. Но это не значит, что владелец земли будет вкладывать средства в стадион. Есть два варианта будущего «Буревестника». Либо стадион так и останется заброшенным на долгое время в ожидании спасительного инвестора, либо город-администрация возьмет свои слова обратно и переделает кадастры, как это уже случалось в истории города не раз.